Сегодня мы вам покажем, как делать коробки и как собирать подарки для детей. Уже скоро Новый год, и детей подарки ждут. Сегодня мы вас научим делать такие коробки. Да, и здесь написано, да иди на подарки 15 нарисованных овечек. Коробка мы делаем. Мы ее вот так вот делаем, чтобы она была прямая. Вот так. И вот так у нас внутри выглядит. Теперь мы вот эти сгибаем. Такие вот сгибаем эти. Надо вставить, и все, и у вас коробочка готова для подарка. Теперь мы вам покажем, как конфетка маленькое чудо. Она, мы большие кладем по одной. У нас идет коробка. Это как конфета печенье. И она тоже большая, поэтому ее тоже одну. Идут длинные батончики Несквик, в которых есть наклейки. Их тоже кладем по одной. Одну мы клеим конфетку, потому что они тоже большие. Я знаю название конфеты. Крем. Крем. Трюфель. Трюфель. Кладем конфету крем трюфель. Тоже лебедушка. Лебедушка. Кладем конфету курага. Курага. Потом мы кладем конфету курага. Вот эта конфета Твикс. Мы ее кладем тоже одну. Это апельсиновая конфета. Мы ее тоже одну кладем. Потом кладем одну конфету птичье молоко. Идет киндер, мы кладем по две палочки. Кит-кат тоже кладем одну. Такие конфетки сладкий остров. Мы тоже кладем одну конфету крем-трюфель. Это праздник Новый год. Новый год наряжает ёлочку. Это конфета Несквик, мы ее кладем одну. Это конфета батончик, мы ее кладем в коробку одну. Потом мы кладем конфету буленка, тоже одну. Марбельс, одну конфету. Потом мы берем конфету лебедь. Лебедушка. Вкус апельсина, сочная долька. Долька. Сочная долька. Упаковываем. И упаковываем наш подарок. Все.
Вчера с миской тоже одну. Thank you.